Всем большой привет! Сегодня будем печь необычные постные блины без яиц и молока. Список всех ингредиентов будет в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! В глубокую миску высыпаем 200 граммов манки, 100 граммов просеянной муки, 100 граммов сахара, пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку разрыхлителя, столько же сухих дрожжей. Хорошо перемешиваем и подливаем небольшими порциями 400 мл теплой воды. Затем накрываем миску крышкой и даем тесту постоять 30 минут. По истечении времени переходим к выпеканию блинов. Разогреваем сухую сковороду. По центру выливаем половник теста. Помогаем ему немного растечься. И печем блин на небольшом огне до тех пор, пока верхний слой не перестанет липнуть к рукам. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Переворачивать блины не нужно. Жарим их только с одной стороны. Блины получаются пышными, эластичными, с множеством дырочек. Из указанного количества продуктов выходит 8 блинов, общим весом примерно 700 граммов. Вот и все. Пышные постные блинчики готовы. Они хорошо сочетаются как со сладкой, так и с соленой начинкой. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.